Бывший руководитель Следственного комитета России по Волгоградской области Михаил Музраев обжалует 27 августа в Московском городском суде решение Лефортовского суда столицы о продлении ему ареста до 10 ноября по обвинению в теракте. По словам адвокатов Михаила Музраева, у него имеются определенные проблемы со здоровьем. Он жалуется на постоянные головные боли и последствия перенесенного в прошлом году инсульта. Напомним, бывшего руководителя Следственного управления по региону Михаила Музраева задержали в начале июня по подозрению в организации покушения на волгоградского губернатора. Сегодня же по итогам заседания арест бывшему руководителю СК России продлили до 10 ноября. Диана Бакулина, телеканал «Волгоград-1».